кулинарный рай. Наш хит, который вы полюбили, который вам нравится, который разбирается очень быстро. Менее 5000 рублей вы заплатите за целый набор из 12 предметов. Здесь есть и 6-литровая кастрюля, и 3-литровая, и 4-литровая, и 3-литровый сотейник, и 2-литровая кастрюля, ну и, конечно же, еще сковорода. Все это из нержавеющей стали. 9-слойное дно, 9-капсульное. Мы о нем обязательно поговорим поподробнее. Это тот набор, который будет вас радовать каждую минуту, когда вы на нем что-нибудь готовите. Ну и не забывайте, что в таком наборе можно еще и запекать прямо в нашей духовой печи, потому что здесь все сделано из стали, здесь ничего не оплавится, не будет неприятно пахнуть. Ваши блюда будут красиво зажарены со всех сторон, и это приятно именно сегодня. А вот и упаковка, в которой вы обязательно получите этот набор. Посмотрите, пожалуйста, если вдруг вы хотите его подарить. 24-141. Ну а сейчас на нашей кухне мы вместе с вами будем его тестировать. Артем, что ты мне приготовишь? Ну, сегодня время уже у нас обеденное, так. 2 часа дня как-никак, поэтому нам нужен будет и первое, и второе, так сказать. А поможет нам в этом вот такой вот потрясающий набор, у которого один из самых главных аргументов – это 9-слойное. Посмотрите, 2-сантиметровое капсульное дно. То есть, что это значит? Это значит, что на этой посуде не будет ничего пригорать. Посмотрите. Вы видите, вот толщина на 2 пальца, это все дно, то есть кастрюля начинается вот отсюда. Все, что ниже, это ее дно, 9-слойное капсульное дно. Что значит 9-слойное капсульное дно? Так, что это значит? Это дно, которое состоит в виде сэндвича, такого пирога. Так. То есть есть стальные пластины, которые отвечают за жесткость конструкции, чтобы наша посуда не выгибалась. И, соответственно, если бы эти пластины были между собой соединены, и между ними ничего не было, то они бы очень долго нагревались. Но немцы не были бы немцами, если бы не... Да? Были такими практичными. И поэтому между вот этими 9 слоями они насыпали алюминиевую крошку. Так называемые капсулы, которые равномерно распределяют температуру. И как только первый слой нагрелся, он сразу передает тепло второму, третьему и так по цепочке. Быстро и равномерно прогревается вся кастрюля. 9-слойное дно, 2,5 сантиметра толщина. Вы посмотрите сейчас на свою кастрюлю. Какой она толщины, какое дно. Вот я научилась считать. Одна зазубрина, вот такое... Один круг – это один слой. Ровно 9 слоев получается у нас. Я посмотрела на свою кастрюлю дома и на сковородку дома. 1, максимум 2 слоя. В связи с этим, понимаешь, все, что готовится, оно, ну вот у меня, например, тушится, а не жарится на сковороде. Уже плохое покрытие, а кастрюля немножко выгибается дном. Здесь вы такого не увидите. Тем более цена сегодня меньше в 2 раза. Выгода в нашем прямом эфире составляет 5000 рублей. А старая цена и так адекватная абсолютно от производителя около 10 тысяч рублей. Но сегодня, благодаря тому, что мы договорились с производителем, мы приехали, мы сказали, вот давайте нам ограниченное количество по такой цене для наших телезрителей. Нам сказали, хорошо, экономьте 5 тысяч рублей прямо сейчас и приобретайте лот 24-141. Ты сейчас закладываешь в кастрюлю, готовишь для меня вкусный суп, запахи невероятные. Так, значит, здесь у нас 9-слойное капсульное дно, которое помогает аккумулировать температуру, как ты сказал, быстро поджаривать, обжаривать с 2 сторон, например, мясо, овощи, рыбу, которые мы готовим, и внутри все получается сочным, в отличие от обычной посуды, на которой вы готовите. А супы здесь получаются как бы томленые, вот тот самый эффект бабушкиного горшка. Помните, раньше, как в печи? Чугунок. Конечно, да, конечно, это не чугунок, но здесь все продумано для того, чтобы этот эффект томления, он оставался. И, кстати, мне очень нравится, что здесь очень стильный дизайн. Для любой кухни подойдет. Я вот на своей кухне вполне представляю. А вы? Посмотрите на свои кастрюли, как они выглядят. Вот я Артему рассказывала, у меня на кастрюле вот эта вот бобовина, как она называется. Как ее правильно назвать? Вот эта ручка. Да. Ну, вот... Бобовина. Ну, знаешь, когда деревянная. Деревянная большая. Это хендмейд, когда вставляют туда пробку, да? Да, да, да. Вот я поэтому думаю, как бы правильно ее назвать. Вот она разломалась уже на части. Здесь у меня пластиковая ручки, они оплавились, запах был не очень приятный, поэтому расскажи, будет Итак, ли здесь такие моменты? Наша посуда полностью выполнена из нержавеющей стали. Ручки у нас выполнены точно так же из нержавеющей стали, причем обратите внимание, что ручки у нас полые, это значит, что они нагреваться не будут в процессе приготовления,
Ручки полые, как у кастрюль, так и у нашей сковороды. Сантиметровые заклепки, на которых держатся эти ручки, вы можете как раз-таки видеть на каждой нашей кастрюле. То есть, благодаря вот этим вот заклепкам, никаких гаечек, никаких винтиков, которые со временем раскручиваются и начинают расшатываться. В процессе использования как раз в любой момент может ручка отвалиться. С нашей посудой такого не произойдет, потому что сантиметровые заклепки будут служить вам очень долго. Итак, помимо девятислойного дна, полых ручек, обратите внимание, что посуда полностью, как внутри, так и снаружи, выполнена из нержавеющей стали. Это значит, что она абсолютно не капризная в использовании. Это значит, что вы можете использовать ее... Блести? Когда готовите, можете использовать любую металлическую лопатку, металлическую ложку, все что угодно. То есть абсолютно невозможно поцарапать металл, который не имеет покрытия. Но он зато отполирован, посмотрите, до зеркального блеска. Красота невероятная. И чтобы вам эту нашу как раз таки паровую версию, мы начнем жарить овощи непосредственно в нашем сотейнике. Это сотейник. В комплекте, и да. Ты смело жаришь. Смело. Мой бы сотейник воспротивился. Почему этот говорит, да, жарь на мне? Потому что это профессиональный сотейник, который служит верой и правдой очень долгие годы. То есть не нужно бояться, не нужно менять свой образ жизни из-за этой посуды. Она абсолютно неприхотлива в использовании. И вы можете запросто вот так вот металлической лопаткой, металлической ложкой запросто вот так вот перемешивать и ничего не бояться, что у вас что-то там может пригореть. Посмотрите. Я абсолютно не боюсь, потому что эта профессиональная посуда абсолютно такая же, как используют в ресторанах. Ну ты же профессиональный шеф-повар, ты работаешь в действующем ресторане. Скажи, вот у вас тоже посуда используется с толстым дном? Мы используем посуду с толстым дном, обязательно посуда из нержавеющей стали, то есть алюминиевую посуду уже вообще давно никто не использует, да, потому что все-таки алюминий окисляется, несмотря на то, что он и имеет защитное покрытие, ну и он более капризен, все-таки мягкий металл. Здесь же сталь, нержавеющая сталь, высоколегированная сталь, которая не деформируется, которая не царапается, которая не изгибается в процессе использования. То есть она будет вам служить долго. И еще можете запросто ее передать по наследству, эту посуду. Потому что благодаря этому набору вы будете готовить с большим удовольствием. И у вас будет получаться абсолютно все. А у нас здесь целых 12 предметов из нержавеющей стали. У каждого предмета есть своя крышка. То есть 6 крышек и 6 основных предметов. Давай перечислим, какие у нас есть. Во-первых, самая большая кастрюля, самая объемная, 6,3 литра. Вот она вот здесь присутствует. Вот, пожалуйста, здесь на картинке она также есть. Я готовила бы мне, пожалуйста, окрошку, супы любые. Можно холодец сварить. Скоро нас весной ожидает и летом. Время заготовок, когда мы можем сварить что-то, приготовить. И обязательно вам такой набор пригодится. Далее у нас есть следующая кастрюля 4-литровая. Посмотрите, пожалуйста. Так, где у нас здесь? Вот это, да? Да, 4-литровая. Вот это 3-литровая. Далее наш сотейник. Какого объема? 2,1 литра. И сковорода? Сковорода диаметра 24 сантиметра, высота борта 6 сантиметров. 3-литровый. Объем 3 литра. Великолепно. Вот такая коробка будет также вашей. Обвязываем лентой и дарим. До такого набора, я вас уверяю, никто не откажется. У вас есть профессиональный набор с 9-слойным дном, из стального, из настоящего металла, из крышкой с закаленным стеклом. Вот если мы берем и кастрюлю, и крышку, у нас получается 832 рубля за профессиональную посуду. Сколько стоит в магазинах вообще посуда из такого же металла, но с более тонким дном? Давайте посмотрим. Просто залезаем в интернет. В интернете, как правило, должно быть дешевле, чем в магазинах. И что мы видим? Посмотрите, набор. Из меньшего количества предметов, чем у нас, 10 460 рублей 69 копеек. Даже копейки написали. Ну, хорошо. 10 756, следующая цена. 4 предмета, с крышками 8 предметов получается. Хорошо, все равно меньше, чем у нас, на 4 предмета. А цена больше, чем в 2 раза. Представляете, дальше 11, 13. Вот, 23 051. 23 тысячи рублей за 10 предметов, а у нас 12. В чем разница? Здесь сталь, там сталь. У нас толстое дно, 9-слойное, 9-капсульное, а там однослойное, либо 2-слойное. У нас еще плюс крышки, и все это сегодня по выгодной цене. Цена сегодня действует в нашем прямом эфире. Старая цена от производителя, это цена напрямую.
около 10 тысяч рублей. Сейчас, пока вы нас видите, цена составляет менее 5 тысяч рублей. Ваша выгода 5 тысяч рублей прямо сейчас. Хочу с тобой поговорить о том, что, кстати, продано уже более 100 штук. Неудивительно, такие наборы пригодятся и вам, и вашим близким в подарок. Пожалуйста, это очень хорошее вложение средств для экономных хозяек. Когда цена будет совершенно другой, когда цена у других, кто покупает, будет 23 тысячи рублей, вы так молчите, скромно опустите глаза и не говорите никому, что вы купили за такие деньги. Либо наоборот, близким расскажите, что есть телеканал «Дисконт», драйвер низких цен на рынке. Это самые лучшие цены, это самое хорошее качество. Ну, я, кстати, обращаюсь к тебе. Посмотри, пожалуйста, я нашла на дне, та крышка у меня летит, у нас прямой эфир, все происходит прямо сейчас. Что это написано? Что за зидан? На дне каждой кастрюли и сковородки мы видим паспорт изделия. На этом паспорте мы видим бренд крупными буквами по центру. Зейдан. Сверху high quality, высшее качество. Вот это? То есть это, да, нержавеющая сталь, которая используется. Высоколегированная сталь, которая используется для приготовления, для изготовления нашей посуды. А итак, вот это... снизу вы видите паспорт изделия. Зейдан 6 значков. Гарантия. Гарантийное качество, да. То есть это бренд, который гарантирует вам то, что вы будете использовать эту посуду долго и на всех типах плит. То есть вот те 6 значков, которые вы видите с обратной стороны, это паспорт изделия, который дублируется на каждой кастрюле. На каждой? Чтобы вы могли видеть, что это можно готовить на газовой плите, на стеклокерамике, как у нас, на индукционной, заметьте, плите. И благодаря тому, что мы сегодня можем позволить вот такой вот продукт выпустить на рынок, благодаря нашему партнеру, который с нами работает постоянно, вы можете приобрести такой комплект в любой момент, позвонив в течение всего эфира в наш колл-центр и заказать его. А с этим набором вы сможете готовить абсолютно все. И, кстати, телефон бесплатный и многоканальный. Если вы нас видите, то с вашего региона звонок с мобильного или с домашнего будет абсолютно бесплатным. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, вы сейчас нас видите в режиме реального времени, позвоните к нам в колл-центр. Можете спросить у операторов, можете передать звоночек сюда к нам. Вот у меня есть такое ушко, и напрямую я могу с операторами общаться и что-то сразу вам рассказывать. Например, у нас спрашивают, что это за 9-слойное капсульное дно. Те, кто к нам только что присоединился. Кстати, каждый день к нам присоединяются более 400 новых покупателей. Давай мы ответим на этот вопрос. Что же это за 9-слойное дно? 9-слойное дно – это своеобразный пирог, который, во-первых, экономит вашу электроэнергию, потому что гораздо быстрее нагревает поверхность. Во-вторых, 9-слойное дно – это дно, которое не теряет температуру в процессе жарки. То есть, почему я сейчас жарю в сотейнике и абсолютно не переживаю, что у меня что-то не получится? Потому что вот я плиту уже выключил, а она до сих пор еще жарит. Потому что сотейник сохраняет тепло. Это в первую очередь. Вы экономите электроэнергию, потому что ваш счетчик будет крутить гораздо меньше. Посмотрите, 2,5 сантиметра. Да, посмотрите, на 2 пальца. Это толщина дна, которая сохраняет температуру даже после выключения плиты. То есть, когда-то был эффект чугунных батарей. Знаешь такой? Которые долго нагревались, но в то же время долго остывали. Это был чистый чугун. То есть, если бы здесь был была бы чисто сталь, но вот представьте, 2 сантиметра стали, она бы нагревалась долго, остывала бы быстро. Но, если бы немцы не продумали все сразу, мы бы не получили на выходе вот такой вот высококачественный профессиональный продукт. То есть 9-слойное дно — это сталь, алюминий, и так 9 раз на протяжении всех 2 сантиметров. Вот это надежное толстое дно, которое не будет деформироваться. Сравните со своими сковородками. Я уверен, что у вас большинство сковородок дома имеют вот такую вот форму, которая слегка выгибается. Соответственно, когда вы ее ставите на ровную поверхность, она начинает вот так, как лодочка, качаться. Пятно контакта уже не полное. Соответственно, температура распределяется по всей поверхности неровно. И в этой сковородке невозможно жарить. Варить в ней, тушить, пожалуйста. Потому что температура в ней распределяется неравномерно. Слушай, ну как блестит, как сияет этот новый набор. Я знаю, что хозяйкам в удовольствие готовят на новом наборе. У меня вот руки просто опускались, когда мне муж говорит, ну пожарь мне мясо. У него вот мясо, 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 мясо. А я понимаю, что я в своей сковороде буду тушить, а не жарить. Хотя она у меня достаточно дорогая. За 3600 ее брала. Понимаешь? А она уже не жарит, она парит. Потому что вот все вот это напыление, которое было, оно стерлось. Хотя я уже и палочками, и уже я стужала ее перед тем, как мыть. То есть столько ухода бесполезного, а толку ноль. А здесь же сталь. Здесь ничего не может с этой сковородой произойти. Вот какая она была, такая она и останется. В том-то и дело, да, что эта посуда не имеет никакого
никакого покрытия, соответственно, его невозможно повредить. Удобно и практично, и вам не нужно использовать деревянные лопатки. Пожалуйста, любыми металлическими предметами, смело, и, конечно же, мочалками. И цена сегодня для вас действует в 2 раза ниже, чем от рекомендации от производителя. Посмотрите, 9990 рублей, это старая цена. И сейчас цена в 2 раза меньше, даже чуть больше. То есть, по сути, вы можете 2 набора купить за ту цену, которая, возможно, скоро будет. Да, или за ту цену, которая была. Но в нашем прямом эфире она меньше в 2 раза. Профессиональный набор, как сказал мне Артем Вейн, это наш, это человек, который работает в действующем ресторане. Кто-кто, как не ты, разбираешься в посуде. Так я и сама вижу, понимаешь, нет дерева, которое может сгореть или отплавиться. Нет никакого пластика, который будет неприятно пахнуть или, допустим, который будет вот так вот стекать. Понимаешь, капли, у меня пластик, он прям отплавился. Да, такая есть такая посуда, которая имеет вот такие пластиковые ручки, которые в процессе использования, особенно на газовых плитах, нагреваются и начинают так неприятно, аж в носу начинает щекотать, да, от запаха от этого. А невозможно использовать эту посуду будет вот с такими ручками на газу. Ручки. С нашей посудой абсолютно ничего не происходит. Ручки, посмотрите, несмотря на то, что кастрюля у нас кипит, ручки не нагреваются. То есть я держусь вот абсолютно впритык. Ручки полые, ручки не нагреваются. Но в то же время и ручки, которые на наших крышках, они тоже не нагреваются. Посмотрите, наши кастрюли все идут в комплекте с крышками. Крышки выполнены из жаропрочного боросиликатного стекла. Каждая крышка имеет пароотвод, который выпускает лишний пар. И каждая крышка, соответственно, имеет вот такое вот обрамление из металлического ободка такой же нержавеющей стали. Все ручки не нагреваются или только на этой волшебной кастрюле? То есть во всем наборе? Абсолютно, на всех. Но они же одинаковые, они везде полые. Обратите внимание, вот ручка на сковороде. И на сковороде не нагревается? Полая, и она тоже не нагревается. Слушай, ну это волшебство, волшебство. Профессиональный набор. Шикарный. Из 12 предметов. Лот 24-141. Звоните прямо сейчас, заказывайте. Возможно, это ваше первое приобретение. И именно сейчас выгодно сделать свой заказ. Впереди вас ждет много-много уникальных блюд, которые вы можете приготовить. Продано уже более 150 штук. И выгода сегодня 5000 рублей. Так что звоните. Никаких рисков нет. Оплата только после получения. Все, что вы заказываете сегодня в течение дня, объединяете в одну корзину, и тогда за доставку заплатите 1 раз. Если вы нас видите, значит, доставка в ваш город точно есть. Мы продолжаем наш горячий и очень вкусный эфир. Горячий, потому что цены сегодня снижены. Мы на телеканале Discoin, драйвер низких цен в России. Зачем переплачивать, когда есть вот такой телеканал, который напрямую договаривается с производителями? И даже после того, как производитель выставляет окончательную цену, мы торгуемся, мы даем какие-то бонусы, мы приобретаем оптом. И благодаря этому мы цену сделаем еще ниже, и еще ниже. Получается выгодно нам и удобно нам. И производитель тоже, ведь производство не может стоять на одном месте, да? Им проще отдать выгоднее и продолжить производить, потому что уже стоит, представляешь, ленту поставить, да? Рабочие стоят, производство стоит. Это очень-очень дорого и накладно. Поэтому, конечно, производители сейчас прогибаются, и цена такая дается нам низкая. Лот 24-141. Нержавеющая сталь, 9-слойное дно. Благодаря чему ваша еда будет готова. Во-первых, очень быстро. С двух сторон будет очень хорошо все прожариться, если вы говорите о сковороде. В кастрюле будет вот тот самый эффект чугунка, когда блюдо становится более насыщенное. Лот 24-141.